Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами скульпторов, художников. Эдгар Дега. После купания сидящая женщина вытирает себя. Около 1885 года. Бумага, пастель, итальянский карандаш 34×24. Эта пастель была приобретена непосредственно у самого художника, основателем Канзасского музея Уильям Рокхиллом Нельсоном в 1896 году. Она из целого ряда произведений, изображающих обнаженных после купания. Дега, прославившийся холстами на тему балета и танцовщиц, стремился на бумаге схватить очарование мимолетных движений. Французский художник говорил об этом рисунке, что его целью стало запечатление интимного момента одиночества и ухода за собой. Минут, когда человек полностью погружен в себя. Мастер хотел, чтобы его модели вели себя как можно более естественно, не позировали, а жили. В этом листе свою роль играет и гармония цветового сочетания. Дега почти делит его по диагонали пополам, работая красным и черным. Ну вот такое описание нашел в интернете к работе Эдгара Дега. После купания сидящая женщина вытирает себя. Данные по тексту «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.